Добрый день, господа подписчики! Сегодня утепляем, делаем перекрытие. Уже, как видите, я его таким вот образом, пеноплексом зашил. Здесь клей пеной все прошел. Хочу зашить потолок ОСП просто обычным. Вот, но я боюсь, что там будет пар скапливаться, и лаги могут прогнить. И поэтому я натяну пароизоляцию. Вот мы привезли с Тушканом пароизоляционную пленку. Сейчас мы ее будем монтировать на потолок, а потом будем монтировать ОСП. Первый рулон мы с горем пополам натянули. Да, в принципе, тут второй. Да и все. Выпуск, смотри, какой я взял. Ага. Вот так, да, где-то? Я выпуск еще больше только взял. Прям до видео, до конца видео. До конца вот этот. Так. Ага. Теперь дай мне, пожалуйста, вот эту пленку. То есть по стыке. Так, можешь прижаться? А ты не сможешь ее? Могу. Давай тогда. Покажем все, как Тушкан. Прям аккуратненько ее. Ты погоди, ты прям лучше вот так ее веди, чтобы она никаких там не делала складок, не образовывала. А ты что-то. Чтобы она приклеилась хорошо. Сначала ее надо было. Там прихуячить, а потом уже приклеить. Вот таким образом мы пароизоляцию смонтировали. Ну, как-то так натянули более-менее, чтобы чисто стропила не страдали. В принципе, все это будет сейчас закрыто ОСП. Что-то он маленький. А, ты его вот так хочешь? Да. Погоди, выпусти. Я выпустил. А, выпустил. С той стороны вот то вот этот угол толкнет. Так, ты там вплотную что ли приложил? Ну да. Ну да, плинтуса привезли. Причем огромные какие-то плинтуса. Ну, надо так... побольше здесь зазор, слушай. Можно просто доской такой. Ну видишь, мы вот угол-то ровно запихали. Все, давай прикладывай. Ну, вообще четенько заходит. Вот я тебя. Да нет, не заходит.